Всем привет, мои дорогие друзья! С вами снова Квест. И я дальше показываю вам игры на iPad, делаю обзоры. И, собственно, приступаем, но... Последний выпуск уже был довольно-таки давно. Скорее всего, Квест iPad так и будет выходить, потому что... вообще, конечно, по сути, немного тяжеловато найти... Прям отличные игры, чтобы можно было, ну, нормально, ну, показать. И, во-вторых, конечно, ну, лень. И, ну, что еще? Ну, короче, все. Ну, Quest iPad, скорее всего, будет всегда так редко выходить. Он еще просто... Он находится не в той категории, которые прям очень известны. У меня обычно только Minecraft известный на канале. Ну и ладно. Первая игра у нас будет... вообще сейчас весь выпуск будет стать такой творческий довольно-таки. Потому что все программы такие вот... ну, не просто поиграться, а вот с чем-то вот что-то вот интересное. Первая будет Ibis Paint X или Ibis Paint X. Это специальная программа, чтобы... вообще, как считается, рисовать именно аниме. Заходим... Так, вижу. My Gallery, Local Gallery, Online Gallery. Моя галерея, то есть локальная, то есть что закачанная. И онлайн, то есть посмотри, что, кто, другое, кто ничего рисует. Я, кстати, не так давно выкладывал на канале видео, где как раз через эту программку я нарисовал одну картинку. Вот. Ее можно посмотреть, вот, собственно, как я рисовал. Так, в быстром режиме. То есть, чисто такая вот конкретная рисовалка вот для аниме, то есть, все тут специально сделано, то есть, все, что нужно, чтобы нарисовать нормально мне, тут аниме, тут есть все. Ну, конечно, не только аниме, возможно, что угодно рисовать с такими возможностями. Ну, и, в принципе, могу даже показать. Ладно, выключим. Также вот рисовал глазик, вот еще картину нарисовал. Единственное, нельзя... Ой, сейф. В быстром виде, точно, потому что я там выделил одну часть, кое-какую. Из-за этого у меня все видео такого вот там, чисто из этого мутила состояло. Но на самом деле получилась вот такая вот картинка. Так, как рисовать, собственно... Back. Так, господи, что я делал? Все, плюсик нажимаем. Здесь у нас выбор, получается, идет 1024 на 768, 2048 на 1503. Ну, лучше вот это вот выбирать, потому что это получше будет. То есть чисто такое вот айпадовское разрешение. Собственно, можем... крутить, вертеть как нам угодно экран. Это, конечно, немного неудобно, потому что не всегда работает эта вертелка. Что тут есть у нас, чтобы нормально рисовать? Нажимаем сюда. Вот наши все инструменты. Но на самом деле, ну, их немного, но это все, что нам может пригодиться. Больше ничего и не надо. Также вот что есть. Это, то есть у каждой кисти, прочей фигни есть... большой выбор, так сказать, настроек. То есть можно вот такую кисть сделать, можно и вот такую вот, то есть менять все. Ну, давайте что-нибудь нарисуем сейчас по-быстренькому, что-нибудь интересненькое. Так. Что не
Вот такая вот хреновина получилась. Но это чисто я на скорую руку рисовал, так что, ну, не судить строго. Ну, то есть, ну, нормальный рисунок тут делается около часа, двух часов. Но это так, чисто, ну, чисто фигня такая вот получилась. Даже она будет в фаст-режиме очень интересно смотреться. Ну, в быстром режиме перемотки. Ну, в принципе, с этой программой, все. Единственное, что могу показать, что, ну, это обычная галерея, то есть локально, то есть что загружено. И онлайн-галерея — это целый сайт, где можно вот посмотреть, кто что-то рисует. Можешь посмотреть вот топы. Ну вот на самом деле сюда заходишь и понимаешь, что рисуешь довольно-таки хреново. Потому что как некоторые остальные люди рисуют, некоторые просто тут такое охрененное рисуют. Тут, кстати, зарегистрироваться можно, я зарегистрирован тут через Facebook. Так что закрываем. В принципе, с этой программой все. Переходим к следующей игре. Следующее приложение. Сегодня это будет Animation Desk. Заходим и смотрим, что это. Такая, ну, довольно-таки интересная штуковина. Ну, в принципе, есть... Ну, тут главное, что есть, когда мы заходим в игру, туториалы. Ну, то есть, уроки. То есть, ну, мне не обязательно сейчас как-то, ну, все суперски объяснять, потому что вы еще можете это все сами посмотреть. Кстати, что та игра, что это, они бесплатные. И, по-моему, даже без доната, без какого-либо. Или в этой есть какой-то донат, я уже не помню. Здесь что, собственно, можно здесь выбрать цвет. Ну, допустим, вот какой-нибудь белый. Нет. Красный. Выбираем предмет. А, да, тут донат. Ну, например, вот эту обычную кисть. Что делаем, например? Ну вот, например, оп. Создаем следующий кадр. Сейчас где? Уже не помню. Оп. Следующий кадр. 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 Думаю, вы догадались уже, потому как я рисовал, что это. Ну, это из названия понятно, что это уже анимейшн, то есть анимация. То есть тут можно создавать легкие такие вот, ну, смешные анимации, всякие приколы. Ну вот, как это выглядеть будет. Такого хреновина. Так, ну тут еще много всяких инструментов есть. Вот это вот я что-то не понял. Ну, я сам, если честно, не все знаю. Я понял, что это обычное, так скажем, хреновина, чтобы баловаться. По-моему, это чтобы как-то, то есть какую-то часть зафиксировать, по-моему. Может быть, нет. Например. Да. И вот так вот. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. То есть, ну, в принципе, можно разобраться, делать ролики. Даже, по-моему, в тот же Инстаграм можно заливать. По-моему, да, можно в Инстаграм. Ну, такие вот легенькие, смешные видео. Поприкалываться. То есть, легкое в управлении. То есть, нет никакого... То есть, нет ничего замудренного. И разбираться особо тут, ну... Ну, не с чего разбираться, потому что, ну, не так вот прям тяжело все. Тут очень легко, для каждого понятно, так что, ну, на этой программе, в принципе, все. Переходим к следующей программе. Следующая и последняя программа называется Dub Maker. Dub, то есть, ну, Dubstep, ну, Maker уже понятно, деланье, создание.
То есть, ну, создаем такой дабстеп, ну, простенький. В игре бешеный какой-то донат, то есть там чуть ли не каждый звуковой эффект, ну, какой-нибудь прикольный, стоит бабок. Меня это вот немного бесит. Вот не люблю, вот в играх донат легче, по-моему, сделать игру за те же 33-66 рублей, чем вот этот вот донат. Причем там, по-моему, нескромные цены такие. То есть, ну, хоть бесплатная версия, ну, хоть как-то поиграть. Вон там что-то за $1 какая-то акция. То есть видим вот такой вот пультик. Пультик. Здесь у нас, собственно, сэмплы все. Здесь вабл находится, вабл бас. Кстати, разные виды. Кстати, думаю, кто-то узнал. Вот, по-моему, это из вабл, это идет из Knife Party. Как он, блин, трек назывался? Bonfire, по-моему, что-то такое. По-моему, оттуда взят этот вабл. А здесь у нас находится ритм, то есть даб. То есть, ну, по большей части типичный как драм, то есть, ну, ритм забивает. Здесь у нас, как он, ну, это вот повышенный вабл, то есть бешеный, там, всякие вот такие звуки. По-моему, это тоже называется вообще по-нормальному вабл бас, такие вот вещи. Да. Здесь у нас тут голос находится. Вот сейчас вот после таких вот вещей начинается прям такое жесткое мясо прям. И вот. Так, я там пока снимал, у меня там, блин, гребаный фотоаппарат отключился, потому что он садится уже, так что надо все быстро-быстро-быстро делать. Я, собственно, все, в принципе, показал, это эффекты. Также у всех есть волум, то есть громкость, здесь можно темп, то есть высокий темп сделать. Тут, опять же, громкость всех эффектов, здесь темп вот этого вабла, здесь громкость вот этого вабл-баса. Ну и теперь что-нибудь попробуем, такое легкое. Так что же еще? А, еще вот такая хрень есть, как редактировать, то есть менять вот эти вот сэмплы. Но у меня, по-моему, ни хрена не открыто, так что мне, в принципе, не надо ничего тут менять. Что тут есть, так и есть. А что-нибудь легкое придумал такое? Нет. Такой типичный дабстеп на самом деле, как он в последнее время, каким он и является. Ну, на этом, в принципе, все. С вами был Квест. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на меня в Инстаграме. Там классные фотки. Я там не просто себя фото, у меня там что-то 1/12 или 1/11 часть, где все фотки со мной. Обычно я всегда делаю какие-нибудь красивые фотки. Так что подписывайтесь на мой Инстаграм. Свою руку в группу ВКонтакте. Ну а с вами был Квест, я прощаюсь с вами.
Yeah.